В Израиле учеба начнется в воскресенье 17 мая. Сегодня Министерство образования и Министерство здравоохранения решили возобновить занятия в школах в полном объеме. Правительство разрешило вернуться к занятиям всем школьникам, кроме некоторых районов Иерусалима, Бейт-Шемеш, Пнебрака и селения Хура. Согласно плану, необходимо соблюдать ряд требований. Ученики, начиная с 4 класса, обязаны носить маски на переменах. Решение надевать ли маску на уроке они должны принимать самостоятельно. Расстояние между школьниками в классе должно составлять 2 метра, как и на перемене. Вводятся новые принципы формирования классов, а также перерывы в разное время для разных групп учащихся, чтобы дети не пересекались. Ученик и преподаватели должны будут соблюдать санитарные рекомендации по мытью рук. Многие директора школ отказались возобновлять занятия в воскресенье 17 мая, потому что у них нет времени на подготовку в соответствии с новыми требованиями.